Сербия передала России на утилизацию несколько тонн высокорадиоактивных ядерных отходов с исследовательского ядерного реактора «Винча». Груз прибыл на уральский комбинат «Маяк» 22 декабря. Отходы, содержащие 2,5 тонны урана, стали продуктом работы реактора, построенного Советским Союзом в 50-х годах прошлого века и закрытого в 1984 году. Операция проводилась по международной программе возврата ядерного материала в страну, из которой он был изначально привезен. Переправка отходов проходила при полной секретности и усиленных мерах безопасности. В специальных транспортных контейнерах груз был доставлен по воздуху в Белград. Оттуда в контейнерах меньшего размера его переправили в сербский город Субботица. Затем через Венгрию по железной дороге он попал в порт Словении. И уже оттуда ядерные отходы по морю переправили в Россию. Smo ovim poslom transportovali više od 2,5 tone урана. Мы перевезли более 2,5 тонн урана. Этим Сербия окончательно вычеркнула себя из списка возможных объектов ядерного терроризма. Это очень важно для нашей страны, потому что мы не только отвечаем за безопасность наших граждан, но и за безопасность всего региона и мира. Операция была проведена Сербией под руководством Международного агентства по атомной энергии и при финансовой поддержке США, России и Европейского союза. Сербия сейчас присоединилась к группе стран, которые больше не имеют высокообогащенного урана на своей территории. Спасибо вам за это. Теперь российским специалистам предстоит отделить еще пригодный уран от отработанного ядерного топлива и собрать оставшиеся ядерные отходы для безопасного захоронения.